Всем привет, в эфире «Музыкальный инстинкт». Последний день сочинской конференции. Сзади нас находится клуб «Плющ». Там выступает Нагана. Он читает Жору. И сейчас мы пойдем к нему. Оп. А, кстати, Юра Нагана отучился в школе милиции потом. Сейчас мы пойдем брать такси. Местные цены просто возбуждают, можно сказать. И почему не в клубе? Смотри, на как Нагана? Куда надо ехать, скажи? Нагана где? Нагана там. Дидюжный Моушен с нами, как всегда. Опять в одном и том же состоянии. Добрый вечер. Дима, ну расскажи, как для тебя конференция прошла и конкретно для Digital Emotions? Ну, для Digital Emotions она прошла очень неплохо, по-моему, потому что, мне кажется, мы прекрасно заявили свой бренд опять и поговорили с правильными людьми, и все, похоже, случилось опять. Я, на самом деле, доволен вечеринкой, потому что она была хороша. Были на Нагана, были на платформе, были здесь 3 раза. Туда-сюда, обратно, везде Жура, весело. Хорошее, мне кажется, то, что все люди, которые пришли, сегодня было очень много людей, именно которые из самого города, те, которые приехали из Краснодарского края, была возможность увидеть, мне кажется, очень яркие лежаки. Это Женя Групп, который очень старался, и Эд Космонавт, который только вернулся из ГОА, Саша Мелодик сегодня играл, сейчас Сережа Флэш, и я, к сожалению, Миша Спирит, был поглощен в административный ресурс, и он сегодня не выступал. Все, мне кажется, поскольку возможно это было сделать, ну, дали энергии, и тем более, что довольно-таки неформатное в данном случае мероприятие для клуба 8-й Небо. Вот. Но мне кажется, всем понравилось, это самое главное. Привет, Эд! Сегодня заключительная вечеринка в Сочи, 8-е Небо. Как настроение, как сама вечеринка и как конференция? Отлично, очень рад быть здесь, увидеть очень много хороших людей, с которыми интересно пообщаться. Это касательно конференции. Касательно вечеринки, классный клуб, довольно мощный звук. Видно по людям, что обычно здесь играет более легкая музыка. Поэтому сегодня люди такие немного удивлены, слегка в шоке, но они все на танцполе, никто не уходит. Россия — это очень хороший рынок в любом случае. Это хороший рынок для продажи музыки, это хороший рынок для продажи клубов, это хороший рынок для продажи франчайзинг. И то, что там в этом году принимала участие Пача, это тоже неплохо, потому что
люди понимают, что для того, чтобы развиваться в СНГ, в России и вот на этой одной шестой части суши, люди обязаны презентовать себя на этом сборище. Да, это странное сборище, да, мы как бы иногда выглядим полными идиотами, но это работает, это самое главное. Практически на все, что сегодня днем было. В общем, было интересно все это услышать, увидеть. Хотя принципиально нового, может быть, я для себя ничего не услышал. Но я рад, что я приехал. Ребята, какие-то выводы сделал 5-й юбилейной сочинской конференции? Ну, самое главное, это, конечно, комьюнити, которое каждый раз собирает с каждым годом все больше и больше людей. Это очень важно, потому что, видимо, то, что происходит здесь, это затрагивает всех людей, которые занимаются клубной жизнью, а их становится даже из регионов больше профессионалов, которые интересуются информацией, хотят учиться, развиваться, есть что обсудить. Я рад, что в рамках аудиошколы прошли фактически все удачные мастер-классы, и там именно как раз кипела такая не представительского плана, да, то есть конференции, как это было в главном зале, а именно очень много обсуждалось тема с региональными промоутерами, диджеями, люди обменились мнениями. И это главное, потому что где еще есть возможность собраться, посмотреть друг на друга. Идея конференции правильная, улучшить только именно в качественно-количественную сторону, то есть интересных профессионалов привлекать к конференции разных, и из других стран особенно, я думаю, это будет интересно. Ну а ты как думаешь, сочинская конференция для кого? Для больше регионов или для больше... Я думаю, для всех. Абсолютно, для диджакеев, потому что есть возможность познакомиться с владельцами клубов, да, выслушать их точку зрения. Для музыкантов, которые обмениваются и представляют, там есть новые музыканты, есть старые, обмениваются музыкальным материалом. Любая конференция – это некий элемент комьюнити. В одном месте собирается огромное количество людей, которые занимаются одним бизнесом. Сам готов в следующем году участвовать в конференции в качестве докладчика? Ну, могу, в принципе. Могу. Ну, что бы ты лично представил на этой конференции? Я бы продемонстрировал всякие интересные способы применения современных электронных технологий в live performance. Я думаю, у меня есть что показать.
назад посмотришь, друг, там увидишь солнце свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, свет от них не жди, там не против них дорог, сумел пробиться сквозь.